Слушай, Даша, ну раз уж мы уже типа встречаемся... А что типа? Встречаемся? Ну, встречаемся. Мы же будем целоваться? Ну, конечно, будем. А почему, когда я тебя за талию взял, ты меня оттолкнула? Не знаю. Ты еще думаешь о своем бывшем? Нет, нет. Короче. Опа, кто-то ключи от дома потерял. Да это не от дома, это автомобильные ключи, они от машины. А, это ключи нашей училки. Она, походу, уже в школу приехала. Давай ей отдадим. Да ну, что ты так скучно мыслишь? Давай лучше на машине погоняем. Если мы пропустим уроки, она нам двойки поставит. Ну и что? Тебе нужны двойки или хорошие эмоции? Хорошие эмоции. Ну тогда пойдем. Ну что, Руслан, куда поедем? А куда ты хочешь? Ну, подальше от школы и от наших одноклассников. Так без проблем. Сейчас поедем. Не, ну нормально, ботан. Они что, в училке на машину сели? Они собираются куда-то ехать? Ага, и как всегда, вдвоем, без нас, без одноклассников. Я тоже не хочу сегодня в школе учиться. Я хочу покататься, повеселиться, потусить. Чика какая? Что? Что вы хотите? Говори. Ну ты же хотела училке рассказать. Ну ладно. А где ваши ключи? От машины. Ключи от машины? Ну как же? В сумке или в кармане? А я не поняла, вы что, сперли мои ключи? Да! Что да? Джессика Кэт, это не мы сперли ваши ключи, это Даша и спортсмен. Они уже сидят в вашем автомобиле. Да-да-да, и они пытаются его угнать. Мою машину угнать? Ну Даша, ну спортсмен. И... Давай опять. Спортсмен, Даша. А ну-ка, вылепетывайте из моей машины, живо! Я ж тебе говорила, быстрее поехали, а ты дай фары протру, протер! Ну не протер. Ну вот и все. И что удумали? Машину мою угнать? Я, может быть, на нее полжизни собирала. Двоечники. Не двоечники. Да расслабься ты, а то она нам еще в дневники двойки поставит. Спасибо, спортсмен, что напомнил. Сдаете оба мне на стол дневнички. Я вашим родителям напишу о том, что вы хотели угнать мою машину. Молодец, Руслан! Мы только начали с тобой встречаться, а ты уже косячишь. А, мы все-таки встречаемся. Сейчас вообще не об этом. Сдавай свой и мой дневник. Мне родители дома устроят. Ну, Джессика, ну может вы не будете там писать вот это вот? Буду, ну, буду. Может не нужно? Я сама решу, что мне писать. Сейчас и ботану что-нибудь напишут. Из-за тебя мне дома родители наваляют. Я, короче, когда шел, у ботана на парте дневник стырил. Сейчас ему училка тоже что-нибудь напишет. Очень интересная новость. Да ну тебя. Романтик, ты скоро, мне надоело тебя ждать, у меня есть к тебе разговор. Да иду я. Ух, уж эти девочки, позаниматься не дают. Позаниматься, потом позанимаешься, у меня разговор к тебе есть. Ого, походу серьезный разговор будет. Ну что там случилось, рассказывай. Романтик, как ты мог потерять Дашу? Как вообще? Вы такая классная пара были. А для чего ты вообще вспоминал свою бывшую, когда вы с ней гуляли? Ну, это случайно было. Да, тихо, Катюха говорит. А носки грязные, ты для чего ей принес вообще? Ну, я думала, она постирает. Ну, у меня их просто много было. Она тебе не жена, девушки созданы для любви, а не стирать грязные носки. Для этого существует стиральная машинка. Эх ты, лопух. А я не поняла, зачем мне дневник ботана, если мне нужен дневник спортсмена? Что это такое? Трудовик-дурак взял и занизил мне оценку. Это что, ботан? Ботан, а чего это трудовик-дурак? Джессика Кэт. Не было никакой записки. Ты зачем ее съел? Тебе что, мама дома не кормит? Да кормит, кормит. Ботан, вот за то, что ты обозвал трудовика нехорошими словами, я тебе пишу в дневнике замечания, и чтоб больше ты так не делал. Ты урок начался. Джессика Кэт, извините за опоздание. А ты что, со мной будешь сидеть? Ну да, где мне сесть? Ну иди, либо с нашими рейсами, либо к бывшей своей. Не, к бывшей я точно не вернусь. Ну ладно, сиди уже. Ага, не вернешься. План А я уже выполнила, вы даже и расстались. А план Б, нам с тобой сойтись, скоро будет выполнен. Ну что ты делать будешь? В смысле, что я делать буду? Ну, Дашу вернуть. А, ты про это? Ну, вот видишь, она уже со спортсменом сидит, она счастливая, и знаешь, ее все устраивает. Ты же парень, ты должен добиваться. Я что, тебя учить должна? А как же твои романтические штучки? Руслан, что ты делаешь? Ну ты же моя девушка. Твоя девушка на тебя сейчас обижена. И все из-за ситуации с машиной Джессики Кэт. Мне родители дома такое устроят. Ну извини. Ну что извини? Мы бы могли сейчас не на уроках здесь сидеть, а на машине гонять. Было бы классно. Звонок. Вечно я с вами ничего не успеваю. Двоечники. Мы не двоечники. Мы просто не любим учиться. Ты отвечай за себя. Я вот, например, люблю. Ты не ботан, ты баклан. Ну все, я иду на крайние меры, Дэн. О, цветы! Скажу, что я тогда мне подарю. Я еще не определился, это нужно будет смотреть. О, смотри, цицадрыца. А что это, у нее там цветочки? Да, ты мне такие красивые цветочки подарил, мои любимые. Так неожиданно и приятно. Так, стоп, Нюша, я не дарил тебе никакие цветы. Что это такое? Ничего, ты подыграй мне. Такие красивые цветочки. Ну что, Дэн, мы идем сегодня на свидание, как ты меня вчера приглашал? В смысле подыграй? Так, я не поняла. Какая бывшая? Какие цветочки? Какое свидание? Ты же Дашу хочешь вернуть. Так, Катюха, молчи. У самой отношений нету, еще и мне мешаешь их построить. Ребята, а где Джессика Кэт? Зачем тебе училка? У нас же перемена сейчас. Вот именно, тебя училка еще не достала. Ботан, она на втором этаже. Ну что, в какую киношку сегодня пойдем? В какую еще киношку? Романтик, ты шо, какая киношка? А ты что, про Дашу уже забыл? Я сам не знаю, какая киношка. Нюша, ты чего пристала ко мне? Как это пристала? Ты же сам мне такие красивые цветочки подарил. И в киношку меня пригласил. Ты чего, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боюсь, 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 боюсь. Кто там шевелится? Ой-ой-ой-ой-ой. Джессика Кэт, с вами все в порядке? Ой, Ботан, что ты тут делаешь? Я тут спряталась. Залазь ко мне. Спрятались? От кого? Да давай залазь сюда ко мне. Вместе будем прятаться. Я сейчас тебе расскажу. Ну ладно. Там, в гардеробной кто-то шевелится. Джессика Кэт, ну в школе кроме учеников и учителей никого нет. Может быть, вам просто послышалось? Да нет же, я была здесь и четко слышала, что там кто-то начал шевелиться, а потом бабах! И упала. Ну, хотите, я могу пойти проверить? Иди. Только это, будь осторожней. Эй, здесь кто-нибудь есть? Медведь. Джессика Кэт, это игрушка. Это медведь упал с полки. Вы серьезно? Джессика Кэт, вы медведя испугали. Тыцки-дрыцки, игрушку испугалась, вот училка. Не-не, Жень, я никого уже не боюсь. Я из-под кровати вылажу, да. Джессика Кэт, А может быть, вы мне сегодняшнее замечание в дневнике зачеркнете и с трудовиком поговорите, чтобы он мне оценочку повысил. А я не расскажу ребятам, что вы тут игрушку испугались. А я и не испугалась вовсе. Ребята подумают, что ты все выдумал, а я подтвержу. Батон. Ну вот. Ну да, такую красотку, как я, и отшить. Ну ничего, мы еще посмотрим. Смотри, вот фотки с моей тренировки. Ух ты! А есть еще? Конечно, вот. Это вчерашняя. Вау, на этой фотке у тебя такой классный пресс. Еще бы. Она вот эта бицуха. Ну да, а как тебе такое? Угу. А что это за девушка возле тебя вон белобрысая? Я не знаю, случайно попала в кадр. Случайно, да? А ничего, что там еще много зеркал, ты мог возле них сфоткаться. Ты специально возле ее попы фоткался? Да я ее даже не заметил, она просто случайно... Да, не заметил, прямо возле тебя он стоит. Да я не знаю, откуда она там взялась, честное слово. Ладно, давай другие фотки показывай. Да, да, вот. Угу. Ну ничего, не хочет со мной романтик встречаться. Будем завоевывать сердце спортсмена. Русланчик, я шлю тебе воздушный поцелуй. А кто это тебе там поцелуйчики отправляет? Даша, нет! А, я поняла, это Нюша. То есть, она не смогла вернуть романтика, теперь на моего спортсмена переключилась, да? Нюша, держись! Нюша, ага! Все равно догоню, спортсмен будет мой! Ребята, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. И помните, я вас люблю!